Каждый год ветеранская организация Уссурийского городского округа собирается за праздничным столом. На таких встречах подводят итоги уходящего года, строят планы на будущее и поздравляют друг друга с наступающим праздником. Мы подошли с определенными результатами к концу этого года. У нас есть хороший заделок. Поставили задачи на 2015 год, которые нам необходимо выполнить. И сейчас приступаем к товарищескому обеду. Деятельность ветеранов ценится администрацией и населением Уссурийска. Они ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, а также принимают участие практически во всех городских событиях. В преддверии Нового года, конечно, мне бы хотелось пожелать вам это самое главное – долгих лет жизни в нашей хорошей, дружной команде. А команда у нас дружная – это не только мы говорим с вами, а об этом и говорит Приморский край. Эта организация, она занимает первое место у нас уже неоднократно в Приморье. Ну, попытаемся и в России занять. Не мог не поздравить ветеранов Уссурийска и глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж. Он преподнес собравшимся подарки, а также выразил слова благодарности и поддержки. Самое главное – здоровье. Нет. Мы всегда и будем вас помнить и чтить вас. Надо поднять. Вы всегда знаете, что можете прийти ко мне, Николай Николаевич, в администрацию, без всяких записей, просто призвать. Мне трудно, и мы будем помогать. Не обошлось без наград. Памятную медаль «Патриот России» вручили Геннадию Медведеву. Он вел активную работу с молодежью, со своими организациями поддерживал украинцев и жителей Крыма. Если честно, я даже не знал, что меня наградят до самого последнего момента. Вот. Спасибо Николаю Николаевичу, это на таком уровне. Александру Викторовичу, председателю, это фактически они меня представили к данной награде. У Уссурийского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов большие планы на будущий год. Жизнь города для них на главном месте. Это они доказывают своими достижениями каждый год. Тамара Илюхина, Антон Войцеховский, Телемикс.